Бороться с дискриминацией и оскорблениями в социальных сетях предлагает Министерство молодежи и спорта. Ведомство запускает кампанию «Без ненависти», которая включает флешмобы, круглые столы и беседы с молодежью. Представители министерства, а также нескольких неправительственных организаций будут продвигать идеи толерантности и равенства. Кроме того, будет запущен сайт, на котором организаторы намерены собрать все дискриминирующие сообщения, обнаруженные в интернете, и разъяснить, какие негативные последствия они за собой влекут. Все это часть международной кампании No Hate Speech Movement, проходящей еще в 37 странах. По словам представителей коалиции по недискриминации, самые распространенные сообщения, содержащие оскорбления, касаются национальности и политических предпочтений. Есть периода подривита для этого месседжа. Сейчас самое подходящее время передать этот посыл обществу, потому что мы видим, что происходит в ближайших странах. Да и у нас тоже, например, в Гагаузии. Нас, как вы знаете, ожидает очень жаркий год предвыборной кампании.